На видеосвязи Таджикистан. В офисе компании «Мегафон» в Оренбурге представители таджикской диаспоры, стихи, песни и житейские беседы. Особенное настроение в один из самых светлых праздников для таджикистанцев – Навруз-байрам. Сегодня вот в март праздник нового Навруз. Первое то, что они поздравляют друг друга. И здоровье, самочувствие, как будет там, какая погода в Таджикистане, здесь какая погода. Ну, обо всем. Связь с помощью телефона, ну, налажена хорошо, общаются по телефону в основном. А вот сегодня впервые как бы у нас получилась видеосвязь. Люди увидят друг друга, общаются между родственниками. Поздравления родных в формате видеозвонка на скорости интернета 4G, подарок, о котором и не мечтали, признаются гости «Мегафона». Видеовызов с помощью 4G технологий компании «Мегафон» – это лишь одна из возможностей общения с близкими, которую получают все приехавшие на заработки в Оренбуржье из стран СНГ. У нас есть еще тарифный план, который позволяет им общаться. Теплый прием, который позволяет им общаться по низкой стоимости. Рубль, например, звонки в Таджикистан стоят за одну минуту. Особые условия, действующие для жителей Таджикистана на тарифном плане «Теплый прием», позволят им чаще звонить на родину. Подробности о тарифном плане в офисах компании и на официальном сайте www.megafon.ru. Максим Стародумов, Дмитрий Примачек. Новости дня.